Так, раз, два, три, опа! Хорошо, хорошо. Произносить строки из песни известной. Ваша задача догадаться, что это за песня. Алексей, сразу я вас скажу. Алексей, у вас уже есть одно сердце. Берегите его. Конечно. Дорогая моя Катюша, ты моя любимая невестушка, красавица. У тебя столько чистоты, нежности, любви. Я чувствую, что это все у тебя передается нам. Нам, вот, родителям, тем, кто... Зашел сюда всего на 5 минут. Иди сюда, дорогая моя красавица. Потому что мне кажется, что мы с тобой знакомы всю жизнь. Как только ты появилась на горизонте, ты еще ничего не спела, ты ничего не сыграла, но от тебя повеяло такой красотой, внутренним светом, искренностью, талантом, добротой. Ты зашла, и даже если бы ты ничего не умела делать, я бы сказал, давай, я тебя научу всему, но... У меня другая судьба, потому что... Я помню это, поэтому, Филипп, спасибо тебе большое. Я хочу поднять бокал, на самом деле, за лучшего артиста нашей страны. За Филиппа Киркорова! Аплодисменты, друзья, сладкому подарку! Костюм подбирал, старался, ведь я не знал. Я поп-король. Что-то я пропустила? Поп. Я знаю, друзья, что все в руках нашей вселенной. Как бы там ни говорили, что будет складываться, как будет складываться, но мы рождены все уже с особым замыслом. Чуть-чуть.
Я за тебя.